Меняем позицию, соединяем стопы вместе. Коленки разведены в стороны, можно на них даже подавить руками, вот так, чтобы подготовить. То есть это упражнение можно делать каждый день. 10, супер! И теперь мы держим стопы ручками, и то же самое можно сделать самостоятельно без рук. Здесь можно повторять в удовольствие, это даже очень приятно делать, на самом деле чувствуется, как раскрываются тазобедренные суставы, то есть все освобождается, то есть ощущение свободы возникает. Можно делать целую минуту или дольше. Возвращаемся в позицию полулотос. Спина прямая, тянемся макушкой к небу, ручки разводим в стороны, ладонями кверху. И теперь мы заводим локти за спину на выдохе. На вдохе возвращаем ручки. И такое упражнение нам нужно повторить 10 раз или 12 раз. Это упражнение помогает укрепить мышцы спины, сделать нашу осанку правильной, красивой и крепкой. То, что необходимо каждой будущей маме, да и вообще нормальному любому человеку, который желает быть стройным, здоровым и красивым. Поехали!